одевай. Хочешь проверить, стакается или нет? Вот, заберешь, босс. Эти когтёбля прям. Предложение в две совы фростмага все еще актуально. Просто, как по мне, под шелышкой не... заходишь, купом. Здесь же вон у Ваги про товар есть. Давай сейчас попробуем настакать купола и по очереди сдать их. Мы если так, с Вагой будем давать, то это на каждую будет, на каждый взрыв. Нет, так я понимаю, вы с ути будете передаваться. Типа ути на вторую, ты на первую. И так чего? Не-не-не, у ути фишка в чем? Если он в ДД будет? Или ты его в танк спихнул? Конечно, в танк, смысл какой в ДД? Там КД так, чтобы меньше был, надо в танк. Допустим, два протовара, два протовара. Мы можем пойти в 5 хилов, допустим, если по рейду будет идти мало урона. Вот, один хил, там, блять, на 3-4 платформе танков прохиливать, в принципе, особо не надо. Ну, то есть мы с Каватом, в принципе, блять, мы сами отхиливаться. Короче, на первого Феникс нам придется всего дождать один сейф. Один сейф это... Надо дать Войду, блять, и дать, допустим, там Элгрим. Или... То есть на первого. На второго Феникс понадобится два сейфа. То есть это будет в любом случае купол ДЦ. И этот... Короче, 4 моба контролем, 4 моба контролем. Всех остальных запускаем. Сбегайтесь, блять. Даю пей. Так, чё по ШВшкам? Первые я, вторые ути, да? Да. А босса мне когда забрать? У нас там без урона нету, там кто-то может чекнуть его, нет? Забей. Да здесь он, ну, приметы как должное. А на рублету? Кидай кожу. Да, пускай кидают. Это же лишь... Не забрать у кого-то или с пула, или как? У кого-то берешь и ага. Что я пить? Хочешь дамаг посмотреть? Да, я хочу дамаг. Блин, Редуар готов на Эликс, что не хватает. Дайте бафы все стами. Просто если на первой фазе научимся вот так все это грамотно делать, в второй фазе, когда эту хуйню будем делать, мы просто будем стоять и туннелить Феникс. И не надо будет вообще париться по поводу, блять, контроля. Три лока законтролили, все на это. И босс можно так будет убить спокойно. Так. Все, все тут, все готовы. Давайте. Гриб танков на... У меня скалатор. Он хоть и лема. Так, сейчас так. Забрать? Да нет, пока не надо. Во время следующего каста забери. Сейчас купол, короче, Настя и ШВ идет. Ой, нет, да. Купол сейчас Элбрил на всякий случай. Если у него не получится, я тогда отдам. Забирай. Элбрил первый купол. Все уже под босс. Давайте сейвы. Чего, блядь, Карина допух? А, блин, где? Ну, она вообще сбоку стоит. Чё она там стоит? Чё там, заберите кто-то? Ты в курсе, что было 8 стаков, да? Да, я вижу. Я говорю, можно больше стаков, если прожимки нормальные. Так, а следующий сейв какой? Следующий кто-то?
Луча дает шип плюс. Леха, у меня СКД масака. Чтоб ты не танчил. Заберешь мне перед нами? Или вой цепи? Я могу сейчас забрать, у меня стаков нет. Ну надо забрать. Есть альтернатива моего своего? Кат. На первый дал. Чего? На первую дал? А, я тебя же спрашиваю, ты, блядь, дал, ты молчишь. Ёбаный рот, нахуй. Не было на дебафах. Давайте выживаем. Где купол, давайте. Пять. Купол, лужа и гимн сейчас будет, да? Один ШВшку оставьте. Сейчас забрал. Следующий дает вой. Сейчас нет, ни одного купола. Следующий я, через меня Утя. Да, и купол. Нет купола, и не будет. Будет, через один купол будет. Через один? Через один. Чуть-чуть. Выносите плюс лужу дальше. Да, какой лужа. Под босса именно. Сакра есть? Да. Я забираю. Да. Давайте. Больше отпускать надо еще. Угу. Лёха, ты сакру отдаешь под полтос? Весь макрос можно с себя снять. Чё-то вообще не чувствую. Честно. Просто я прожимаю полтос и я так. Я гимн отдал под этот, под взрывы. Я тоже давал гимн. У них КД одинаковые, если что. С них, а, блядь. Следующее лутя дает. Плюс дает куб. Элби. Забираю. Блять, ну прям кто вообще с босса не выбегает, как будто бы. Отведи на себя босса. Давайте. Мозер в купол ставим, мозер. Хилов, хилов, следующее дает войд и дает топ. Я. Норглетука. Жена из тебя лапа. Тебя сократ. Да, такая и полтос одновременно. Чтоб Сакра дальше подержалась. Все, сбежали. Давайте, 4 моба контролить. Чешку отдал. Это сколько их хлопнуло? 8? 6. А шелета нет? Ну посмотри еще раз. Было. Значит, фреймы забагались. Не, мы так скоро переведем. Скоро берса. Могу забрать. Выбирай, 19 стаков. Следующий, что значит, у тебя, и что? И массакра моя, плюс мастер аура хладит. Нет, да, Утя плюс мой массакра. Старайтесь за контролем 4 стабильно. Раз, раз. Больше.
не под босса. Еще давай. Ну, нормально. Ну, походу так первую фазу и проще бить. Действительно. А можно дисплей? Самое главное, мне как хилу точно работало. Так проще. Стоишь на стиле. Короче, кто там пиздел, что 2DC это плохо, 2DC это бар? Да кто пиздел вообще, что про товары хуйня, но... Вот. 7%! 6%! Берсал, босс. Так бы 5%. Да у босса берсал, чё? Ну, мы здесь минус дамагеров. А так бы перевели. Да? Мы перевели, пошли, побьём. Нормально. Поживают сильнейшие. Ну, я сейчас сдохну, блядь. Блин, хилам точно проще вот так стоять и нахиливать, честно. Подожди. Нужно просто ДДшника добрать и не упасть, как бы. Всё, сейчас. Там что-то с рейдом, да, это новый бак. А можно купол чуть дальше ставить, потому что хантам вообще не бьют, когда подбегают. Чуть-чуть подальше. Да. Я ставлю, захватывая крайнего ханта, который ближайший. Да, не... Еще на чуть-чуть дальше. Просто там нужно выносить лужи людям, и тогда будет наше место. Понимаешь? Ну, то есть она дает как бы. Я так понимаю, прям на краю лужи. Не знаю, я просто могу... побежать надо хантом и все. Я смогу билд сделать такой дамагерский, короче, чисто 4+1 Т4. Надо будет повторить на второй фазе. Остальное дамагерский будет хоть, блядь, 10 000. Тут знаешь что? Тут хорошо зайдет пусть сюда, потому что хороший будет отхил. Т5 от Метеола тут хорошо зайдет, два куска. Да, тут лужат шаманы и 2DC. Наша массакра может не достать до них, до первого феникса. Да там массакра наша не особо решает. Ну сейчас мы ее отдаем. Это можно так делать на первой фазе, а потом без нее. Не, понимаешь, в чем прикол? Смотри. Наша массакра нужна в тех случаях, когда идет или шевелара, или купол ДЦ. С учетом того, что получается первого моба они будут сливать с варом, и второго моба они будут с варом сливать, то есть на первых двух мобах будут стоять два вара. Вот, а потом они к нам придут, вот тогда уже у них не будет. То есть первый моб будет, на первых мобах на второй фазе будет даваться купол ДЦ плюс ШВ вара. На вторых мобах будет даваться купол ДЦ и ШВ-вара. На третьих будет уже только ШВ-вара плюс мастер, ну плюс наша сакра одного из паладин. На четвертых мобах будет даваться снова ШВ-вара плюс купол ДЦ и плюс еще наша сакра. То есть там будет один промежуток, когда на мобах будет даваться ШВ-вара только и наша массакра. Все. Мастер аур будет даваться, на, ну, как бы тоже на мобах. То есть, если будет еще дополнительный паладин, поле пал, допустим, да, то мастер аур будет даваться тоже постоянно. Ну, типа мастер аур, смотри, да, будет пусть и вага, и мастер аур будет, ну, на каждый взрыв. Плюс смотри, у тебя практически все... У всех есть свои сейвы. У локов свои 20%, у дроидов 20% на каждый взрыв. У шипешек там тоже они вроде не умирают. Нету сейва типа у хантов, да, у ДЦ не будет, ну только через раз. У Полины не будет, то есть нужно, чтобы точно сейвил. Либо, либо этим людям, например, ну этим классам, вкидывать усилки в хп, как вариант. Да, по-любому надо вкидывать таким. Потому что у дроида, ну говорю, 20% всегда есть на каждый взрыв, лока это пассив. Ну, факт в том, что смотри, типа, под такими сейвами мы можем вторую фазу просто хуярить фениксов и не париться о взрыве мобов.
Ну, там нужно будет типа выносить очень грамотно, разделиться а-ля на три кемпа. Оно все то же самое будет, как вот здесь. Типа, как вот сейчас мы можем... Вот как сейчас, знаешь, вот сейчас было прям очень хуево, отвратно, лучше хочу себе глаза выколоть. Потому что лужи были вот прям чуть ли не в звезде. Кто-то очень ленивый, либо очень слайпер, и не выбегал абсолютно. Там такого не будет, там будет понимание, что как бы от Феникса надо отбегать. Там, блядь, РДД на РНЖ стоят же, блядь, тут просто все рандомно рассыпают. А, бегать за меткой, вон со солом. Гена, да, слушай, я теперь тебя так понимаю. Вот, и получается, что у нас, ну, реально весьма неплохо получится. Вторая фаза, блядь, мы мобов вообще, ну, как бы, будем взрывать разом по 5, по 6 мобов под сейвами. 4, там 2 моба будем потом отпускать. Кстати, когда мы взрываем сразу мобов, у нас еще ШВшка действует. На тот момент, блядь, пока еще остальные мобы дойдут. То есть в этом плане тоже зашибись. То есть у нас вторая фаза получается в чем? Мы стоим, хуярим мелкого феникса. Появляются ады, даем сейвы, то есть все сбегаются, допустим, в одну точку. То есть метки можно даже поставить на каждой платформе, куда, ну, не стоит выносить лужи. То есть туда милики, РДД сбегаются, дается сейв, мобы взрываются, там 3 моба, 4 контролятся. Дальше стоим, хуярим. То есть, нужно, чтобы были все, чтобы было 2 паладина. Да не так обязательно 2 паладина, типа, мы можем просто стоять. Ну в смысле, типа, ну, мастер аур, как бы, сколько там саппорт тебе дает? При этом условии, что у нас вот так сейчас есть, мы, блядь, босса, типа, успеваем. Ну ты понимаешь, это вот сейчас на первой фазе охуенно мы стоим все вместе, там на второй один умер, вайп. Да, то есть заслакал вайп. Еще хуйня, там не отвернулся вовремя, от, ну, поймал фир, не прожал вайп. Там просто надо будет это, анонсить фир, ну, анонсить каст Крик Феникса и анонсить каст Луж. Ну, тут как бы такое, 2 каста, которых надо анонсить. Все, все остальное там просто легко стоишь и бьешь этого Феникса. Ну так что, пробуем дальше? Да, сейчас, подожди, я докуриваю. Просто это единственный способ, как пройти вторую фазу без каких-либо затрат, без контролей, блядь, и тому подобного. Да я тебе говорю, 2-3 совы и Blizzard, и вот, вот прям вообще все охуенно будет. Ты понимаешь, типа, если 3 совы, то можно, можно кидать тайфун с КД в 6 секунд. То есть 6 секунд, ну, тайфун, получается, через 6 секунд еще один тайфун, через 6 еще один тайфун и так далее. Сколько мобов соберется, блядь. Да вообще похеру, ты же откидываешь сразу всех. Они по воздуху будут хуярить. Подумай, как ты по воздуху будешь там, блядь, откидывать и там. Они подумать. Не будут по воздуху, если грамотно делать, то они не будут летать по воздуху. А они по воздуху круто. Почему летят? Кто грамотно делал? Ты? Всё. Смотри, почему сейчас так было? Будет откидывать, блядь. Сейчас Дозерон должен был пофиксить баг. То есть, когда ты, смотри, он писал, вот когда ты убиваешь, вот у тебя лужи есть, вот вышли эти маленькие. Вот если ты одного из 4 убиваешь, то те другие пропадают, вроде бы, он писал. Ну, то есть, вот которые должны были к нему идти, они пропадают. Да, они там не пойдут к следующему или не пойдут к трупу, они просто должны вроде бы пропасть. И тогда, ну, это все намного проще становится. То есть ты накопишь их там, ну, штук, ну, 50, да хер с ними, они там пропасть должны вроде бы. Если я правильно прочитал и правильно помню. Ладно, поехали дальше, пробуем снова так же все. Суманите, пожалуйста. Сейчас придурочимся и нормально все. Это с учетом того, что еще мы в минус 2. Можно без дрочки, там мне муж играет запретит. Чего? Настя. Нихера не услышал. Ты лучше про любовников. Неловкая эта ситуация. Не ругайтесь. Про любовников лучше не упоминай больше. Так, бафы раздавайте.
Каватус сумманичился. Да, 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 сейчас, секунду, сум пришел. А, пришел. Че, а, вот Нурглет, а ты в игре разве? Все, сейчас я тебя исключу, блядь. Просто он у меня офнутым в рейде сидит. Сейчас плюс один нажми. Четыре хила, шесть танков. Нет, четыре, не. Катерина, просто оставь ДКшку. Будешь просто там лужу кидать. А на ханте дамаж. Охуенно холи пал, лужа от шамана, да? От Рудру 2-5 здесь тоже хорошо выйдет, заход. Плюс один поставь. Жужик обезьянка. А чё у нас на РТ не пришло? Домовер какой-то, что-то слот свободный. Коника, да, у него. Он пока не может. Суманить это, кого не хватает. Ну, работа с дефами, в принципе, работает. Ну, типа, вот это работает. У меня персональный купол, смотрите. То есть, мы, учитывайте, что мы сейчас 2 децебря, 2 рестора друида и рестора шамана. Все это учитывайте, как бы. Охуенный сетап, давайте всегда так ходить. 2 про товара еще скажи. Да, 2 про товары, 2 про топологию. Почему про нас забывают постоянно? Про товары, которые не танки, которые ДПСеры. Все, короче, этот, сейчас старайтесь подамажить босса. То есть милики подбегайте под босса, на косте отбегайте лево-право. Еще раз проверку даем. Ну тут надо Лех ДЦ перекачивать по-разному. Один на щитах практически будет, чтобы сидеть, а другой уже, чтобы это по мане не проседал и по подхилу и по всему. Ну блять, это же не проблема. Ты видишь, все говорят, что хилить легче, когда 20. Это же не проблема. Этот протопал, который не танчит босса во время взрыва, кидайте на Полину точечную эту сокру. Okay. Чтобы не потерять, то мало ли. Все, все здесь? Все здесь. Или вообще, зубы же КД 2 минуты, правильно? Все, поехали. Да. То есть, типа, смотри, ДЦшки могут... 2 и 4. А, ладно. Дайте Еру. Еру не давали. Мне кажется, Геру все равно нужно Феникса стрелять. Ну, пускай будет. Второго катится. Класс. Бери. Луж. То есть ваша примерная точка это вот задница босса. Сейчас, короче, вот даешь плюс вот подбил, блядь, давай. Вага, дашь мастер аур, потом ауру освободишь, и я дам мастер аур. Каз заберет кто-нибудь? Я забираю. Все, сбежали. Троллим 4 бомба. Две ШВшки отдали, по-моему, да? Не-не-не. Одну. Вага, классный трейдер. Чё, Лёх, подержать? Ну, может, да, подержать. Киньте его. На следующем мастер аура там ещё, ко всему. Бежать, да? Опа. Чё за хрень? Лужи не выйдут. Что за херня произошла? Дайте бы это. Сверхновая! Ну да. Могу забрать. Мобы взорвались. Убирай. Их сразу отпустили. Не надо было сразу локи. Забирай, забирай. Все, сбежали.
Давайте сейв. Дабло поднимаю. И бафы сразу. Сейчас можете отпустить от. Забираю босса. Вот вам две мастера уж. Сколько у тебя кого-то осталось до сброса? Я сейчас отдаю массакр. Секунду, скажи, сколько там. Убито сакра. 30. Кажется, убежали. Может, даже наперед бы забыл. Заберу сейчас, короче, с ШВшкой вместе. Че, давай. Сейвы. Блять, всего 4. Аккуратно. 6. О, больше не надо. Ковар, что там? Все, можете оставить. Сейчас. Одного на контроле. Забираю. Ну потому что вот такой тайминг ловите, когда падают перья, взрываются сверхновые. И за то, что отбегают некоторые на отъебись, кто-то попадает в перья. Так вы можете наперед выбегать, блядь, наперед босса. Не обязательно вам, блядь. Вы можете вокруг босса. И если они будут наперед выбегать, там перья словят, это точно их уже никто не прохилит. Попал. Помянем. Я выбегала. Жена меня видит. Давайте сейвы. Ну чё сейвы? Проебали? Хило-хило. Не, я дам да, никто не дисплеит, не твой дисплей. Не надо, ну. Уважите. Блять, хочется, чтобы никто не падал, блядь. Чё там минус 4 было? Милики, короче, это. Блять, вправо-лево выбирайте. Ханты там, блять, не знаю, присты, шпшки. Можете спереди босса стоять и лицо его хуярить. Там лево-право от лужи отбежите, блять, там лужа же не дамажит, чтобы вас не сила. А то вы все, блять, стоите в одной куче, блять, не можете нормально растусоваться. И получается хуйня, конечно. Кто-то по лужам бегает, кто-то, блядь, еще что-то. Вокруг босса, блядь, место-то хуя. Лес и... Вокруг босса пиздец, как место. В любом случае можно где-то найти все места, где никого нет. Вон япончики есть. Пойдет. Я убрал, а что-то купол-то не дал, сейчас же твоя очередь была. Я думал, что еще не я. В смысле, ты первый раз, четвертый? Купол. У тебя же все просчитано. У вас подкату купол, да. Сейчас бегу и этот билд поменяю побыстрее. Рыбу ставлю. Не, смотри, они первый купол дают Элбрил, потом на... А дальше уже по откату. Не, первый Элбрил, второй никто не дает, я третий давала. Ну, вот откат... именно, что нет озвучки, и тут уже, понимаешь, почему? Путаешься. Мы в прошлый раз так же делали. Ладно, я понял. Буду озвучивать, кто дает. Слушай. Да, если не сложно, то было бы намного проще заранее, что перед сбеганием кто будет что сейвить там. Слушай, хотя Лёха, бы там по это. И еще это, смотри, кто дает купол из ДЦ, другой ДЦ дает чешку и хули новой спамит при взрыве. Поднимает. А смысл хули нового?
прохиливаем, и так это не обязательно. Ну, чтобы быстрее это отхилилось на фулл хп у людей просто. Хилов, типа, в свою пати отхилишь. Причем чешка же хилит все вокруг, а хулинову активирует ее просто. И хилы все живы, и на них вешается еще и крит от крита щит. Знаешь как? Ну, в плане, кстати, ну, в плане проспама чешки, да, ну окей, не спорю, хулиновым имеет смысл. Ребят, сейвы по очереди, как нас распределили уже. Ладно, сейчас буду нов. Короче, я нихуя не понял, сколько КД купола, скажите. 3 минуты. Ебануться, 6-й раз говорю. На первую сходку мобов я могу дать купол, потом на четвертую. Хорошо слышно? Потом на 7-ю. Соответственно, то есть раз через 2. Идите нахуй. 1, 3, 4. Получается, да? Потом 6, 7, 9, 10. Все, не парьте мозг, я сейчас сам знаю все это. Подожди, я не готов. Так, а на, втором нету купола, там лучше сдавать лужу гем, чешку, так? Я скажу, какие сейвы кому давать. Важные. А все остальные это ваши личные. Почему, блядь, в прошлый раз мы выжили, а в этот раз, блядь, перестали считать? В центре не видно луж. Даже я догадался, ну. Даю проверку. Сука. Ну кто-то же разливает. Карина, Уча. Карина, Уча. Сейчас билд раскидаю до конца. Короче, написал гайд для чайников во флугилке. Посмотрите-ка сюда. Прочитайте, можете вслух. Где гайд? Флугилка. А у тебя точно они не кадачи, потому что нихуя непонятно. 1 ШВ плюс 1 Y. Чё за язык? 2 ШВ плюс 2 сокры. Это что? Математика? Это латынь? Всё тихо, блин, я проношу все сейвы. Ебать ты гайды пишешь, попробуй на форум заебение что-нибудь подобное. Мне кажется, он на форуме проживет. Все здесь, все готовы, поехали. Тактика ОКХМ, ебать. В двух словах. Зера. ШПшки там, блядь. Кто самоотхил есть, можете вот сюда запросить. Вам проще будет бегать. Блять, ну серьезно, кто там, блядь, не отбежал? Давай заберу меня. Отбегайте, милики, блять. Если милики не отбегают, пиздец. Дебаф на рейде. Раз. Сейчас Элбрил, купол, вот шоу. Когда это мобы появится. Шова сапчала. Два отпустить. Два. Мага забирай. Сколько секунд у тебя до сброса? Ага, забери ауру. Чё, это... Ой, под страхой возьми. Ос. Взял. Сколько у тебя ковар там? Следующая сейв. Могу забрать. Тихо, следующая сейв. Отдашь Настя, и я будь. Когда будет. Я дам массакр. Собираю. Даст. Разбежались.
Вот. Все, даем сейв. Сука, красиво. Полегче. Тихо. Тех не отпустите, блядь, нахуй вы отпускаете. Чарж про товара. Забираю босс. Мага, освободи. Сейчас шелешка войну. И все? Плюс массакр клан. И мастер аут. Да, ну. Раз, убежали. Сейчас законтролить надо 4-6 эту. Блин, милишники, не ходите вы в ГРДД, ну что это? Лево, право. Забрался. Херон. Все, больше нельзя взрываться. Мой. Можно одного, два. Идти будет, да? Можно да, забрать. Держать. Пусть, видимо, меня не слышит. Упал. А я вообще танк, не можно мне отбегать. Ну ты отбегаешь прям под хилов, хилы начинают выбегать в сторону, и они, получается, не захиливают танка. Чё? Пока бегут. Вы серьезно? Чё с прохилом танк? А, да меня не должно кидаться вообще. Да не вот кидает, блин, блядь. Он в танке. Вы, блядь, не понимаете, он в танке, блядь, на него не кидается. Значит, еще один есть милишник, который выносит под меня. Так стань там, где, блядь, тебя не будут выносить. В чем, блядь, у вас проблема? Место ебанически дохуя. Место? Лёш, я объясню, почему я стою по центру. Потому что Жужик стоит сбоку. Если я отойду в другую сторону, получится так, что меня не достают диспелом. Если я стану в Жужику, я не буду доставать ребят, которые находятся слева. Смести со собой жену Эна, блядь, чтобы он, сука, тебя диспейлил. В чем проблема? Станьте, блядь, отдельно ото всех. У вас, блядь, проблемы, как в детском саде. Вы не можете, блядь, подвигаться где-то или что-то. Станьте, блядь, там, где не надо будет двигаться. Леха, командую просто, разбегаемся. Когда вот мобы повзрывались, чтобы люди не это... Не зависали. Полина, ты уверена, что это не в тебя просто прилетело? Да. Прям передо мной. Не в меня, то есть не подо мной лужа появилась, а передо мной. Я прям уверена, что это не в меня. Ну так ты бежишь назад, она падает, а ты еще бежишь назад, маленько запаздываешь, когда возвращаешься, получается, что она, я да, перед тебя. Я сбегаю назад. То есть ты стоишь на месте? Ну да, идет лужа, я стою вот, грубо говоря, вот. Вот я бегу на полукруге, да, вот на этом. Потом просто смещаюсь вперед и начинаю вот тут вот стоять, да? А потом? Должна... Вправо-лево двигаюсь. То есть ближе к боссу. Леха, я тут получается вопрос хочу, да, задать. Это самое. Сакра, паладинов, она стакается? Я думаю, Войт пишет видос, и там видно, что я все позиции уже перепробовала. Слышите? Не стакается, да? Рыба стоит. А если ее друг за другом дать, то нормально будет, а? Да при чем тут сейвы нормально заходят? Люди, блять, отгребают, не могут лужи вынести. Вы о чем говорите? ШПшки, блять, станьте все перед боссом. Ханты, блин, станьте, милики. ШП вообще хорошо, они в тучку прожались и бегают. Мало, этим... вас мало, вы выносите лужи, печень, все просто. Давай, ты на русском языке напиши. Даю проверку. С
смог. Дэшка. Мальчик. Вот ты тоже включаешь третьим в два танка. Престол в тучке есть на каждый этот символ. Каждый хер. На каждый взрыв. Еще раз проверку. Я знаешь, что интересует? Неужели... Благо, ауру забирай. 3 хп. Сопрота выпить, у кого их нет. Ибо нету смысла шарить. Траить, блядь, если у вас сопрота. Раз. Забирай. Раз, забираю. Массакра, твоя, плюс. Элбрил, плюс сету. Вот. Контроль. Хотел. Вроде могу. Все, стоп. Это моб больше не должно быть. Два отпускать могу. Разбежали. Два, блядь. Сколько я осталось у тебя коват? 7 секунд. 6. Я дал тебе. Забирай. Это Библа и Мозера просто. Раз. Бежим. Вперед. Сбежались. Найс. Ульти. Давайте. Еще один был на дайте. Чё ж ты? Наконец контроль. Выдел, что вы делали? По два, отпускайте просто. Сейчас держите в контроле, каст пошел. Бежали. Убираем. Блять, переконтроли. 5 мобов за контроль. Да вы серьезно? Или 6, да? 6. А че вы? Даже мне надо уйти на 5 минут. А кто вихрь кидает, вроде не просили же друзья. Я вообще друидов не просил контролить. 3 моба бы оставляли, 7 нормально заходит. Чем так много? Там такой ебанический сейв, что пиздец. Нахуя вы переконтроливаете? 3 лока контролят, лохан. Да надо просто людей назначить, вот конкретно, допустим, я там, Бабл и Артемия, и все. Мозер, блядь, 3 лока, плюс 2 ханта. Ну, Мозер не контролит, Бабл не контролит. Мозер. Хилю в соло, потею. Доложите. Да в соло нормально. О, под босса перья, под босса перья. Соло ли? Я ну, вдвоём. Хитрый какой. Нахуя вы контролите, блядь? Лишний контроль даёте. Кому не контролить, скажи.
Ты не контролишь, Мозер это. Там было две трапы, три баны, и, по-моему, еще корни были. Сколько получается? 6 мобов. Ладно, хорошо, это наоборот лучше, что мы не контролируем. Да нет, вы кидайте трапы, как бы, всегда, но вы их просто скидываете, если видите то, что там, не знаю, куча контроля. То есть сами сразу взяли, не знаю, там, пульнули этот чародейский выстрел. Нет, или чем-нибудь нет. Еще. Нахера корни дают? Ой, знаешь, оценить вот эту корни не должны быть сколько законтролено. В смысле оценить? Три лока банды. Ну, там сразу видно, типа, банды. Вы даете две трапы. Если вы видите, что, блядь, мобов законтролено... Ну, я вижу, да. Если вы видите, что там три лока забанили, то вы можете свои трапы, блядь, там, тычку сделать и это, автоатаку и, блядь, отпустить. А еще, кстати, саппорты кончились. Сопрот у кого-нибудь перепейте. 15 минут еще. Да до задницы хоть там будет 5 минут. Сопрот и перепейте. Прям перед пулом перепьем. Нормально нельзя, блядь, сделать все. Сейвы есть и все. Просто корни были лишние и все. И вообще не говорили, что как это друиды контролят. Кто-то самодеятельностью занимается просто и все. Хуёвая самодеятельность получается, которая приводит к вайпу. Самый прикол, что? Когда их просят, они корни дать не могут, когда не надо, блядь, дают. Долорес, да там не первая помощь, типа там вообще... Да, хрень, опять стою в инсте, покидать тело нужно. Просто жди, чтобы, ну, не вставай сам, тебе резко. Плюс один. Я люблю. Не приходит. Ты из подземелья. Вручную в это меня пригласи. С подземелья выйди, потом. Там Настя отошла. Мы продолжаем, мы Левка? Да. Сумонишь, Долоран. Улетаю, вернее. Инста, выйди. А, нет, все, выкинула меня с инста. Все, плюс один. Мафы, давайте. Сейчас Элбрилл добежит, дадите. Гриб, соточка или че нет? А ну поставь свой паровоз. Так, ладно, сейчас вижу, не ставь, нет, сука. Теперь точно соточка. Че, нахера он звук в игре? Только... Звук ШВ, чтоб слышать. Да, ты чё? Звук ШВ. Бай. Ты прикинь, ты на траве просто даёшь ШВ, а там, блядь, ту-ту-ту-ту, блядь, бегают вокруг. Если звук ШВ не услышу, я танчить не могу, руки трясутся, блядь. А я Starfall по слуху прожимаю.
Я вообще не могу со звуками играть. Ну сука, ну если так каждое КД будут эти дурачки ставить эту хуйню, то я тоже, наверное, выключу нахуй звук. Дайте каску по шаману. Сука, они же это специально делают на зло про товару. А товар вообще не там. Сука. Воду для вас отдельный котел. Чё там, 5 минут прошло, где Настя? Сука, Фрада, держу. Ты можно отойти или еще стоим, ждем? За 8 минут до конца РТ, конечно. Зачем я фас купил? Вот я поэтому и не купила. Я поэтому не перепила, я знала, что так и будет. Давай еще трай. Сейчас Настя придет, сделаем полпула и хорош. Короче, РСХМ, может, еще сходим. Все остальные я буду в Оксе. Че будешь? Я не понял. Чуть погромче, Лёш, не слышно было. Да все говорит, типа рейдов не будет, ходим сюда вайп. Может быть еще в РСХМ сходим. Короче, надо два протовара, два ДК-Т4, два протопала. Ага, 25 паладинов. Три протовара — это вообще пиздец, будет огонь. И, блядь, и все мимо ушей пропускают идеальную тактику, весовые Близзард. Ну так ПРЛ, ПРЛ тактика. Ты представляешь, каждые 6 секунд отдавать тайфун? Ну так чего вы проводите 30 минут КД, я бы вам еще поставил напоследок. Фикая способность про товара. Где, блин? Ладно, все тогда, чё? Нету. Будем собираться сейчас получше стак сидеть здесь. Ну, как бы мы траем, а Настя не всегда может вечернее РТ идти. То есть нам нужен... Ну, не может который... Настя, может Адмирал. Нет, в смысле, мы траем в 2 ДЦ. Я про то, что Настя не всегда может. Может любой другой приз. Я не понял. Ты имеешь в виду то, что типа Настя зашла за адмирала? Может любой другой приз, если дадут аккаунта. Все. Что мы еще тройдем? А, так у Насти нету типа это.
5. 4 куска. То есть Элбрил, ну, в ДЦ будет и Адмирал. Ну, то есть либо Адмирал, либо Настя, кто-то из них есть. А кто обычно 5 хил? Вот я про что. Хорошо, я... То Пусси. Которого, блядь, 4 недели не было. Пусть интересно вот только это, ОКХМ, да, все. То есть на ОКХМ он залетает. Ему просто нужно написать то, что будет ОКХМ, он придет. Посмотрите, как удобно, да? Я бы тоже только в ОКХМ ходил, все. Я бы тоже только про товаром ходил. Я бы тоже только себе фулл пис наролил и... Тоже только Бог ХМ ходил нахуй, остальной рейд, пизду этих вагонов. Угу. Еще ходить, кажется, кого-то надевать, одевать, да? Там, да? Сказал человек, которого тоже одевали когда-то. Угу. А вы стабильные? Вы стабильные вообще, вот, чтобы в рейд ходить? Ну, стабильно, вот, вы как бы на трое приходите стабильно, да? Полин, это был сарказм, я на каждый РТ хожу. Я знаю, знаю. И я тоже хожу. Не, ну, стабильность есть какая-то, нет? Либо нет. Конечно. Ну, как инсты проносится, вот стабильно. Про товар, залог стабильности. Не, ну... Ты по поводу шмотка хочешь? Редвар, вот скажу тебе одно. Если в РТ, да? В РТ назначено 18.00. Грубо говоря, должны все находиться уже у инста стоять, просто нюхать уже этот инст. А не так, что, блин, полчаса собираться, а потом еще куда-то. Окей, к чему ты это... А, просто говорю. Да. Да нет, люди даже на трэша покажут некоторые, так что забей. Если вот именно вы про... Я про ХМ, вот именно, если давайте про ХМ поговорим, да, вот. Соберите по пальцам, пересчитайте людей, которые у вас хотят бы ходить ХМ. По пальцам. Ну, тебя всегда, знаешь, один есть, другого нет. Очень редко вот, бывает такое, вот, что все вот, могут вот, выделить. Вот. Дело не в том, что человек хочет или не хочет. Бывают дела появляются. Есть люди, которые ходят на каждый РТ в течение месяцами, а потом 2-3 дня просто пропадают в такие моменты, когда у гильдии... Ну, потому что это жизнь. Рейдов. Так и надо. Ну вот. Так я и говорю, а почему ты это спрашиваешь? Ну, потому что нужно где-то сделать какой-то пип. Ну, такой, знаешь, минусок такой вот, например, там, в какой-то день. Отдохнуть ты имеешь в виду? Ну, не отдохнуть, почему отдохнуть? Просто, ну, минусок, ну, все же люди, мы все же понимают. Мне кажется... Про товар никому не дает поблажек. Правильно, враги качаются в этот момент, да? Ну, выше крыши не прыгнешь, это точно, ё-моё, никогда. Выше про товары тоже... Прыгают. Выше про товары тоже не прыгнешь. Вот. Просто по своей как бы этой игровой там, блин, не знаю, там практике скажу одно, что нереально выше крыши прыгнуть. Потому что если реально, вот пацаны, вы правильно говорите, как бы девушки, дамы, там, господа, правильно вы говорите, ХМ нужно тратить, это нужно, это реально нужно. Но нужен состав. Тупо состав. Но опять же, ошибка в том, что люди реально приходят, одеваются и как бы чух, и все как бы. Ну, Бэтменом уходят, как бы, и все. Ну, это плевают, не люди, это не люди. Я перебью, это ты пьяный, что ли, да? Я выпью. Выпивший. Ну, не пьяный, выпивший. Не пьяный, говорит, выпивший, нет. А что нет, а что не так-то? Он говорит, это типа, это, погоди, это какое состояние? Это до уже пьяный или уже после пьяный? Это, наверное, что-то между... Что-то между... Начало и средним. Ага. Можете заткнуть? Раздавака здесь? Мурглета нет. Все здесь, поехали. Мурглета нету. Маны нету. ДЦ. Поехали. Нормально, я восстанавливаю. В ДЦ нет тумана, вот драла. Ну, один анирочек и восстанавливаю. Залёте.
Залейте бензин. У меня после релога Вуду забагался, и у меня обновление вместо щитов фигачит. Значит, обновление это щелды. Забираю босс. Первое Элбрил плюс вон. Я тебе говорю, я считывать не могу. Ручную я считываю. Я первая дам. Купол поставить. Я зависла. Нишку заклинаний нажимаешь и... Давайте сейф. Хил. Оба. Под страхой за я убрал их правил забрал да толку я это хилить ничего толком не могу оба этого отпустите покиньте мой лужек стойте чё блять рейд лужек наверное могу забрать я был о я даже не в инсте и даже не в пати. Я напотеешь. Так. Жалость. Давайте сейф лучше. Наверно. Сдохли те, кто не был не на фулху. Тогда было время. Гена, дай БР-ку. Даже теория. Там и теория, да? Не отпускайте того. Вага. Гим на маму отдайте. Вот, заберитесь на меня. Сейчас забираю. Каст. Давайте сейвы. Войд. Стирауды. Контрольте. Забрал. Хил. Пускайте. Дайте капну. Даем. Хилл, диспельсия, патиола, диспельс, открыли. Наверное, повалил. Могу забрать. Ну и да убил. Забирай. Я через так обновился. Я знаю, почему прошивает. Короче, пианист мне 278 попал, пишет. Тихо. Возьми. Сейчас будет. Сейва. Попал. Только бабл не жми, плюс. Ну скинь же баблом, точнее. Жить.
достаешь. Да. Котик. Повторяю уже. Сейвы, парни. Давайте. Куполов нет, открывайте. Где шевы? Вот то. Лёха, выживают сильнейшие. А вот то. Я говорю, торт не сети, мать его, а там пробивало больше, потому что... Упали. Да не, Войд просто, знаете, типа, если паладины такие, вроде бы еще пытаются выкрапкаться, то Войд вроде бы стоит и приуныл. Он мне пишет, что просто приуныл сразу. Сегодня. Реально у нас танки... Поднимите нет, только плед. Пианист... Он мне пишет то, что ты от него горишь. Там Матиоли еще диспелить как пришлось. Гранд Бэйл. И по сути остался я с двумя на С. Он гвардак сидит, пускай сидит. Типа он пришел в гильдии, был ли, ну, блядь. Сейчас обратно. Нет, он на трей хотел. Вы про кого? Ну это мой знакомый. Лучше. Просто ты писал сообщение дня, типа, ну пианист. Там попал. Что? Вы про кого? Про Йомилу? Не, Гран. Про Гран было. А, Гран было. Ну да, 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 было. Нахуй оно. Завтра так же. Во сколько? Ну тоже на 2 часа по 8. 18.00 что-то будет кто-то собирать. Короче, я решил пизду все эти риби. А бычку можно закрывать с фугами? Ходите куда хотите. Короче, я решил, что риби, я сижу.